продолжаем сегодня у нас тема здоровья почек и продолжаю я уже говорила про здоровье почек и щитовидку здоровье почек и диабет здоровье почек и психологическое состояние и про проявление камней в почках в общем тема почки у нас продолжается почки почки цветочки как жить и питаться чтобы не допустить этой ситуации когда нужен нефролог соответственно я расскажу про все, что я знаю, про продукты, про образ жизни и про э, фокапы, которые могут случаться и как этого не допускать почки просто ненавидят сахар. сразу скажу, кто ха... кто кушает хавает. Uh, у меня в группе вот сейчас я вижу, кто-то пишет хавает. я не допускаю такой лекции, пожалуйста, не перегружайте чат. Uh, кто кушает, uh, у нас так принято дома, не знаю, может у вас по-другому. кто кушает сахар, кто uh, обычно имеет дисбаланс электролитов из разряда кофейку, натощак, uh, мусорная еда. Uh, это все приводит к проблемам с почками. Почки, конечно, терпят достаточно долго. Каждый видел, как выглядит засорившийся фильтр, знаете, такая ржавчина. И вот так могут выглядеть почки. Вот и все, что надо знать о почках. В общем, мучное, рафинированные масла, фастфуд, вообще это все а, большая проблема. Куча белка, как у нас любят, знаете, атлеты, а, кура грудь килограммами, а, там кучу-кучу каких-нибудь белковых продуктов в себя запихать, творог прям пачками наложить. Это риски для, для почек. Поэтому даже те, кто занимается физической культурой, вы помните про белок, но если у вас слабые почки, перебор белка, это риски большие по, по обращению к нефрологу и постановке на учет по почкам. Поэтому Давайте сразу договоримся, что мы с вами а, понимаем, что камни в почках конечно, это та история, которую годами формируется, но бывает боль в спине, боль в пояснице, изменения в моче, коричневый или розовый цвет, особенно мутный цвет, а, плохой запах. Это бывают проблемы с почками. Тошнота, рвота, расстройство желудка, как правило, совпадают с болевыми приступами. И бывает озноб высокой температуры при обострении и сразу скажу что люди принимающие разные лекарства особенно диуретики кто там на кофеине сидит да кто чайка там любит кучу всего запихать люди с диабетом подагрой, агрегой плохим усвоением минералов тоже в риске я в 2025 имела большие проблемы с почками просто из-за щитовидки, из-за дефицита минералов, из-за хронического обезвоживания. Все мы знаем, что в воде нет электролитов в обычной. И, соответственно, электролиты, антиоксиданты, полезный белок, жир, сложные углеводы – это топчик для почек. Еще лучшие продукты – это овощи, ягоды, но белок, если качественный. Я не вижу смысла э, в каких-то загрузках э, белковых для э, людей, которые являются офисными сотрудниками. И, соответственно, у них э, выходит э, их питание суточное на 2-500 калорий. Э, я не вижу это. Зато э, э, они, например, там... Белковые какие-то протеины. В общем, инсулинорезистентность, больные почки, печень, ну вы поняли. А, зато вот, например, салат зеленый с брокколи, там с какой-нибудь, не знаю, там рыбой. А, это этим люди почему-то пренебрегают. Это же... А, это же... Я молчу. Капельницы с глюкозой, Господи, вы меня спрашиваете? Да, капельницы с глюкозой. Некоторые сами себе каждый день в рот а, закидывают печенье, печенье капучино, и печенька с капучиной. Вот тебе и капельница глюкозы. А, хватит а, спрашивать а, ну, какие-то такие вещи в эфире. Для почек полезен витамин Е, супер полезен. Продукты, которые помогают а, балансировать pH. У меня, например, а, с почками были часто проблемы из-за pH. Я говорила, что дома можно держать для детей, для семьи PH а, полоски мочи. Продукты богатые магнием и калием, листовые, крестоцветные, семечки, пророщенные зерна. Это все классно для почек. И еще раз, а, перебор с кофеином, с алкоголем, а, это тоже вредит почкам. Еще скажу, что почкам вредит малоподвижный образ жизни. Магний а, нужен для почек, витамины группы В, витамин Е. И алоэ вера, если есть интоксикация. Вот и все. Кальций вообще лучше получать только из продуктов. Для почек вреден синтетический кальций.